Турнир памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призера Олимпийских игр Виликтона Баранникова состоится с 18 по 22 июля в физкультурно-спортивном комплексе. В этом году исполняется 85 лет Виликтону Иннокентьевичу Баранникову, призеру Олимпийских игр в Токио 1962 года. На следующий год у нас будет тоже юбилейный значимый турнир. Тогда будет уже Владимиру Константиновичу Сафронову 90 лет. Поэтому вся спортивная общественность очень следит за этим событием. Действительно, турнир очень важный, очень популярный в России. Очень много спортсменов и уровня мастеров спорта и мастеров спорта международного класса посещают, несмотря на то, что это мастерский турнир. В этом году у нас участвуют как мужчины, так и женщины в 13 весовых категориях мужчины и в 6 весовых категориях женщины. Сборная команды Республики Бурятия сейчас активно ведет подготовку. Всего в республику приедут более 100 участников из разных регионов. Ожидаются зрелищные, захватывающие бои. По словам Валерия Доржиева, изначально на турнир ожидалось гораздо больше спортсменов. Но в связи со смещением графика его проведения ситуация поменялась. Но в этом году по объективным причинам его сдвинули на 18 июля. Поэтому есть некоторые сложности, потому что команды, которые традиционно приезжали, у нас получается где-то совмещение турниров. Каждый желающий сможет поболеть за спортсменов. Вход для зрителей будет свободный. Кроме того, посетители смогут поучаствовать в розыгрыше айфона. Мария Латышева, Сергей Медведев. Новости дня.